фиксирует аут. Фиксирует аут. Ксения при 15 на подаче катера конфликта. По 15 на подаче Кати Тихонко время безупречная, кстати, подача ошибается по длине немножко. Один-три она уступает в первом сете. Не проходит первый мяч. Безупречная вторая. Четко играет. И Алешина четким ударом в угол заставляет Катю ошибиться. 15-40 на подаче Кати Тихонько. На приеме. Почему по 30? А, тот мяч, значит, под защитом тоже. Тот мяч в линию засчитали под Кати. Больше Кати на подаче. Алешина на приеме. Больше у Кати. Не проходит первый. Вторая подача четко по месту. Выбрасывает. Как резанный удар. И попадает в корт ровно. И можно снова сказать, уважаемые друзья, что мы сейчас наблюдаем ключевой день. Ключевой день первого сета, потому что в зависимости от того, как будет развиваться история, что творят девушки. Фантастический розыгрыш в исполнении Кати. Больше. Не справляется Алешина. Проходит первый мяч у Кати. Если Катя сейчас зацепится, возьмет вторую, то инициатива четко перейдет в линию. Вновь удар справа. Алешина выручает ровно на подачу Кати. Очень напряженный и драматичный момент. Очень напряженный драматичный момент. Тот, кто понимает игру, знает, насколько важно сейчас Кате взять этот момент. Не проходит первый мяч, Катя подает второй, чтобы четко открутить уходящую в боковую, но не попадает. Мы видим очень достойное поведение. Мяч цеплял линию, можно было бы в принципе сказать, что мяч не попал, но она, как мужественная спортсменка, продолжает играть, понимая, что мяч зацепил. Очень приятно наблюдать такое поведение спортсменки на положении соперников, зрителям. К сожалению, Катя дала двойную, и вот этот решающий день пока что складывается по счету не в ее пользу. Она уступает в первом сете со счетом 1-4, но при этом мы видим, что Катя уже нашла свою игру на приеме, она уже почувствовала себя уверенно в розыгрыше на задней линии. И несмотря на то, что она уступала в первом сете со счетом 1-4, мы понимаем, что она уже почувствовала игру, и нужно просто сейчас успокоиться и продолжать делать то, что она делает. В первую очередь, это обработка
второй подачи Ксении. Обработка второй подачи Ксении. Но Алешина, мы полагаем, не собираемся мириться с положением вещей. И, наверное, сейчас Ксения будет продолжать наращивать свою мощную игру, чтобы добиваться успеха. Срывается первая подача, но струна, во всяком случае, у Ксении на месте. Второй мяч. Четкий. Вот он, коварный удар Ксении. 1-1 пока что, даже нет, 2-1. Три резаных удара выполнила Ксения, при этом два мяча она выиграла, заставив ошибиться соперника, и один раз ошиблась. Но мы посмеем сказать, что Ксении нужно обратить внимание на то, чтобы выполнять резаный удар, когда четко подошла к мячу. Не проходит этот шипучий мяч. И она дает двойную ошибку по 15. Смеем предположить, что Ксении необходимо работать именно над первым мячом. Первая подача должна быть более надежная. Слишком большое количество браков, что не проходит у нее первый мяч. И, наверное, тренерскому составу Академии Александра Островского в Химках есть над чем работать. Мы понимаем, что Ксения не добирает в матч именно из-за того, что у нее низкий процент попадания первым мячом. 15-30. Вкручивает четко Ксения. Четко вкручивает Ксения. Разобравшись, что не идет первый, вкручивает четко вторым мячом сразу в первый и добивается ошибки по 30. Не идет первый мяч, не идет первый мяч у Ксюши. И вновь двойная ошибка. Две двойные ошибки в гейме многовато для спортсменки такого уровня. Мы видим, это тот элемент, над которым надо работать и тренером, и спортсменом. Ксюша наращивает мощную игру, но Катя ничуть не уступает ей. Хитро поступила. Алешина смягчила удар с отскока и... Катя не подняла мяч со вкорта фактически. Ошиблась сетку. Ровно на подаче Алешины. Еще раз обращаем ваше внимание, друзья, что права на трансляцию принадлежат строителю Борису и запрещены копированием и распространением без письменного на то согласия. Не проходит первый мяч, грубая ошибка, где-то 1,5-2 метра ваут пробивает. Ксения тяжело играть ей с такой подачей, сложно. И за короткую сразу наказывает ее. Катя сразу наказывает ее, принимая по месту. Ксюша ошибается, меньше на ее подаче. Меньше на подаче. Вот Кате нужно сейчас четко понимать, что второй мяч она должна... Да, немножко расстроена Катя, потому что Ксения не стала подавать первым мячом, подала вторым.
и заставила ошибиться Катю подлинно. Но пытается настроить подачу в первый квадрат, не выходит. Просто проходит вторая. Воткнулась мяч, не подняла его с корта. Есть над чем работать тренерскому штабу Ксении Алешиной. Многовато брака против такого соперника, как Катя Тихонко. Нельзя допускать столько ошибок. Мощную игру внутри девушки. Попадает в заднюю линию, четко, обратный кросс безупречен. Вновь ровно, напряженно складывается матч, напряженно. Скажем опять, что это один из таких ключевых геймов. Ключевой гейм, ровно на подаче Алешины. Ровно на подаче Алешины. Не идет первая подача, да, тяжело играть с таким количеством раков. Слава Богу, что проходит первая, торопится Катя, все правильно она делала, надо было пробивать по прямой, но не дошла ногами. Больше у Алешки. Драматично, драматично развивается встреча девушки. Достойные соперники друг другу. Катя дышит, останавливается, чтобы прошла первая подача Алешиной. Да. Хорошо бы, чтобы у Алешиной это проходило почаще. Опасно перебрасывала мяч. Синяя. И она пока что ведет со счетом 5-1 в первом сете. На подаче Кати Тихонко, Республика Беларусь. Четко подает, но не попадает в квадрат подачи. Прям под боковую линию, длинно, не справляется пожалуйста, со вторым ударом. Безупречная, в общем-то, подача, но хитро поступила Алешина, укоротив с приема. Двойной бросок. Два сетбола у Алешины. Первая подача проходит, и вот мы видим
очередную ошибку Алешины при выполнении резаного удара. Видимо, она приняла решение, это тактические соображения, но счет пока что 2-2. Две ошибки Алешины на два выигранных мяча с резака. Остается футбольный мяч. Не проходит в атаке первый мяч. И футбол пока что Алешины. Мощно пробивал Алешины. Что творят девушки? Везет Кате. Домашняя сетка сыграла за белорусскую спортсменку ровно на ее подачу. Подавать на сайт.